Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова. Смотрим мы с вами по вашим многочисленным просьбам и вопросам бюджетные турмалины в серебре. Поехали! Вот такое колечко. Турмалин, рубелит. Так, что ж? Ага, вот так. Вот он, сиреневого цвета. Клейма. И размер 17. Вот так. Две тысячи рублей. Колечко переливается. Вот оно, с игрой, с иризацией. Вот так. Так, еще колечко. Вот такой дровит. Тоже высокий камень. Обратная сторона. Клейма стоят. Размер маленький. 16,5. 2000 рублей. Вот такие высокие камешки. Смотрите, тоже веселый камешек. Вот так. Значит, чтобы вы были готовы, камера и десятой доли не показывает той красоты, которой обладает каждый камень. 2000 рублей. Вот такие на просвет шикарные дровиты. Вот они. Вот искорки. Камешки живые. Они переливаются. Вот они. Вот так. Клейма стоят на обратной стороне швенц. Вот такие интересные сережечки. 4000 рублей. Так. Вот такие рубелиты. Смотрите. Переливаются. Вот я бы сказала, вы знаете, что это, ну, больше детские сережечки, либо на каждый день. На, значит, швензы кругленькие на мелкую и на среднюю мочку ушка. Вес этих сережечек 2,3 грамма. 4000 рублей стоят и дровиты, и рубелиты. 4000. Итак, второй ряд. Шикарнейший рубелит. Просто шикарный. Клейма. Размер 18. Покажу на ручке, как это все. Вот так. 2500 рублей. Полихромник. Прозрачный, с включениями. Розовое и через желтое. Вот к зеленому. Вот такой полихромничек. Клейма. Размер 17,5. Тоже с искорками. И вот с такой, смотрите. Вот так. Вот с таким интересным эффектом. 2500. Тоже полихромничек. Вот он.
Какие интересные камни, вы знаете, вот хочется смотреть и смотреть, завораживают. Значит, все кабошоны, клейма, размер этого колечка 18. Вот так на ручке. Значит, под камерой все камни тусклые. Значит, вживую они очень яркие, и полихромник идет от розово-зеленого вот к малиновому. Вот такая красота. 2500. Еще колечко. Яркий рубелит. Вот с такими прозрачными искорками. Клейма. Размер маленький. 16,5. 2500 рублей. Еще колечко. Полихромничек. Овал. Клейма. 18 размера, 2500. Вот такие прозрачные, нежные, трепетные, с искорками дровиты. Стоимость их 5000 рублей. Вес одной серьги 3 грамма. Еще сережечки. Смотрите, шерл с дровитом и с рубелитом. Значит, самый низ розового цвета. Камера не показывает этот розовый, но самый низ треугольничка розового цвета. Шикарные сережечки. 5000 рублей. Предыдущие тоже были, если не сказала, простите, пожалуйста, 5000 рублей. Вот такая красота. Тоже прозрачная, с искорками. Полихромники 5000 рублей. Значит, вес сережечек примерно одинаков. Примерно 6 грамм. Две серьги. Очень интересные. Посмотрите, какие яркие. Вот с такими переходами. И вот с такими переливами. Полихромники. 5000 рублей. Так, следующий ряд. Третий. Значит, это колечко. Шерл с дровитом и с рубелитом. А вы знаете, вот очень здорово подходит к сережечкам. Колечко 19 размера. Вот так. Оно все переливается. Вот оно. Вот так. Клейма. Стоят. Стоимость его 3000 рублей. Еще колечко. Удивительные, конечно, вещи. Обратная сторона. Клейма. 19,8. Почти 20 размер. 3000 рублей. Удивительный полихромник. Очень яркий вживую. И тусклый на камеру. Собственно, все камни, вот на камера показывает их очень тусклыми на самом деле. Так, смотрите, какая красота. Полихромничек розовый с зеленым. Вот так.
толстый камень. И обратная сторона тоже переливается. Вот клейма. Размер колечка 20. Стоимость 3000 рублей. Еще полихромник. Капля высокая. Обратная сторона клейма. Размер 19. Тоже удивительное кольцо. Очень яркое. 3000 рублей. Ничего не говорю. Просто смотрите. Удивительный камень. Весь в радужных искрах. Высокий. Весь переливается. И цвета сиреневого. Так, на нем, по-моему, отсутствует клейма. И размер 17,5. Вот такая красота. 3000 рублей. Шикарная капля. Шерл с дровитом. Вот так. Клейма. Так, давайте я покажу его со светом. Вот он. Вот. Камера очень сильно его затемняет и ничего не показывает. Колечко переливается. Колечко сверкает. И вот такая красота. Стоимость 3000 рублей. Размер 18,5. Камера очень сильно его затемняет. 3000. И еще один треугольник полихромничек. Вот такой, смотрите. И розовый, и зеленый, и желтый, и черный. Вот прям кристалл Шерла, вот он. Клейма, размер 17,5. Очень высокое, красивое колечко. 3000 рублей. Так, покажу я подвесы. Так, с игрой, с искрами, 3000, еще подвес, удивительный, прозрачный, с фантомами, 3000. Так, и сережечки, давайте с сережечек начнем. Вот отсюда. Вот такие рубелиты с искорками, с иризацией, с игрой. 6000 рублей. Еще рубелиты. Качество просто изумительное камней. Так, 6000. Значит, вот эти рубелиты с включениями Шерла, со звездочками, с искорками, еще и с включениями Шерла. Смотрите, смотрите, какая иризация по ним. 6000. Вот такие удивительные к
квадратики. Смотрите. Значит, цвет. Они сиреневые с зелеными полосами. Вот эти полосы зеленого цвета. И вот эти. И они сиреневые с искрами и вот с такими полосами. Конечно, это все лучше вживую смотреть. 6000. Еще рубелиты. Красота. Прозрачные. Вот, с искорками. 6000 рублей. И последнее, что я хочу показать вот в этой ценовой линеечке. Вот такие удивительные дровиты. Просто удивительные. Это полихромники. Вот рубелита кусочек. И вот здесь немножечко рубелита. Вот такие изумительные серьги. Значит, вес серег вот в этом ценовом сегменте от 4 до 5 грамм одна серьга. Вот в этом ценовом сегменте. Далее. Есть у меня шикарнейшая. Ой, ой, упал фонарик. Покажу я. Смотрите. Вот это то, что вижу я. Вот он. Вот такой фантом. Это полихромник. Вот так. Рубелит, дровит, и внутри он идет с шерлом. 5000 рублей стоит этот шикарный подвес. И хочу закончить свой сегодняшний показ вот такими сережечками. Вес одной серьги 6 грамм. Полихромники. Стоимость их 8000 рублей. Вот так. Значит, они были в прошлом показе люксовых сережек. Лежали в отложечке и от них отказались. Ну, так иногда бывает. Сейчас. Вот они. Вот. Вот, смотрите. Смотрите, какая красота. Вот так. 8000 рублей. На этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы и всего самого-самого доброго. С вами была Татьяна.